Недавно открытый музейный комплекс деревни Малый Сундырь принял первых гостей из-за рубежа. За неделю его посетили более 200 туристов, и это говорит о возрастающем интересе к истории республики. С экспозицией музея приехал познакомиться и глава региона. Здесь выставили предметы быта, мебель, древние монеты и национальную одежду. Эти экспонаты передали в дар жители района. Удалось собрать и уникальные коллекции старинных колокольчиков и фотоаппаратов. В стенах музея объединили вместе культуру сувар, барлгар и чувашей. Историки подчеркивают, что эти народы связаны общими корнями. Булгары – этноним призыв «Будь един». А потом уже 16 век – чуваши. Поэтому мы не разделяем само музея, и культура, и материальную культуру показывает сувары, булгары, чуваши – один народ. Без истории, без прошлого нет будущего. Поэтому сам автор, сам хозяин музея задумал это так, ну, этот названием сувары, булгары, чувашский музей.